Привет, друзья! Сегодня готовим вкусные банановые панкейки. Ну, естественно, для этого нам нужен будет банан, пакетик разрыхлителя теста, яйцо, молоко, мука, растительное масло, сахар, ну и соль. Это все ингредиенты, давайте готовить. В посуду, где будем замешивать тесто, наливаем 250 мл молока, 2 чайные ложечки сахара. Насыпаем на кончики ложечки соли, добавляем яйцо, 2 столовые ложки растительного масла. Все это хорошо перемешиваем миксером. Беспощадно разминаем банан вилкой до вот такого кашеобразного состояния. Снова хорошо перемешиваем миксером. Здесь у нас 180 грамм муки. Сюда добавляем чайную ложечку разрыхлителя. Перемешиваем и просеиваем. Предварительно перемешав ложкой, перемешиваем миксером. Смесь для панкейков готова. Разогреваем сковородку. Она у нас включена на 4 электроплита. Ну, смотря у кого какая плита. Ну, средний огонь где-то, если даже газовая плита. Слегка добавляем масло растительного. Жарим панкейки. Что-то среднее между блинами и оладьями. Прижимать их не нужно. Они должны быть такие пышненькие, как оладушки. Вот они готовы. Панкейки. Сверху кладем мед. Кто любит, можно использовать сгущенное молоко, варенье, джем. По вкусу. Или то, что есть. Приятного всем чаепития. Удачи. И до следующих рецептов. Это очень вкусно. С таким легким-легким привкусом бананчика.